Здравствуйте, мы сегодня играем в Реамкрафт Кроватные войны, но мы начинаем покупать за монеты, которые я накопил. Так, закупляюсь монетками. Класс. Чё это? Это стартовый набор. Этот набор мой. Я его всегда покупаю. В начале игры. Чё, нечестно сыграл. Игроки как увидят, в обморок все попадают. Что здесь за колбаса ходят? Это я. Блин, еще я эти блоки за монеты купил. Ой. Все купил за монеты. Весь набор, даже щит. Щит — это самая хорошая, самая лучшая вещь в игре. Без нее я могу и не прожить. Ну, 3 игрока. Нормально, норм. Ты мне ресурсы не нужны так. Как бы говорится. Мне дрожжомчик пригодится. Пригодится. Норм, давай какую-то команду пристроимся. Сейчас свою. Не, я давай красную возьмем. Есть еще и безопасность, у меня щит есть. Да. Вот, купила заново весь сет. Кожаный, я зачем? Как оно вообще купилось? Ну, все само. Покупается, да, всякая. Ну, стартовый набор. Как бы говорится, игроки завидуют мне, а я нет. Я хочу здесь просто поиграть, там дорожку построить и все. Все равно в игре никого нет. Как раз башню построим. Ну, ролик сейчас прямо сейчас закончится. Фит короткие ролики. Мне и жалко это отдавать. Да и волноваться нечем. Знаешь, какой?
Плюс еще я ничего не дам. Как это расстроено, обидно. Вот я в алмазке, она в кожаной. А я плюс еще отнимаю. Ну да. Нечестненько. Бывают такие богачи, я же миллионер в игре по валюте этой. Прям в разгаре играют. А все. Да нет же. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько мне? Чё купить мне? Все, никогда я отсюда не выберусь. Если я сейчас тебя прибью. Блин, что делаю? Рискую, рискую собой. Я алмазник. Я добрый. Потому что я играю. Так. Вот ты свинья. С КПС лагает. Потом у нее все заберу, потом все ее владение. Че ты такая жадная? Жадных людей убивают. Как потом не убью? Она, ишь ты жадность. Твоя жадность погубит тебя. Я тебя подожду с зажигалочкой. А пока я буду здесь заниматься дровосеченным соком. Привет. А, кстати, не обращайте внимания, что я сейчас сделала. Скачивайте игру и можете тоже так поиграть. И такая. А, я дровосек. Да, не дружелательные игроки.
Красотища необзорная. Ладно, сейчас я пристроюсь. Пить. Нет, буду пить. Уже убийства пошли игровые. А я ставлю здесь торгуюсь. Так, Андрей Жемчуг, зачем я купил? А, тестировать. Красотища просто невинная. Вот зачем я это делаю, я не знаю. Нормально получилось. Так. Сейчас мы деремся. Да. Мою кровать пошла ломать. Нет! Из-за синих лагов я вот... В общем, пока. Конечно, я его убил уже. Этого игрока. Давай игру оканчивать уже. Всем пока. Хоть бы, говорится, уже игра должна оканчиваться. Силотой, ну... Все пробовали мы. И в этом случае кидаем жемчуг. Урод. Так, а где мне Кирочка? Такие глупые. Хотели мне сломать кровать, а я сломала им кровать. Осталось еще чуть-чуть одна команда. То, что мы стали на один на один. Все команды погибнули. Уже это рука болит. Отсидел руку. Похапан. Пока, красная. Давай оканчивать игру. Если тебе не трудно. Если тебе не трудно это дать. Плохо. Добрый, даю все, она меня бьет. Ну все, всем пока. Всем пока-пока. Какой я добрый, наверное. И там ресурсов не давал капец, как много.
А чё, конец игры, да конец игры. Всем пока. Фух, устал снимать ролик. Яндекс Плюс — это норм. Фильмы и сериалы. Ой. Ну, всем пока, в общем. Ну все, всем пока.